Всем привет! Сегодня давайте решим очередную проблемку следующего характера. Значит, у нас танки, то есть World of Tanks. И у нас вот так вот мерцают текстуры. Значит, компьютер на процессоре Intel. Поначалу я подумал, что отвалился чип видеоядра. В принципе, что-то есть похожее с артефактами, но здесь не совсем артефакты. Просто мерцает. Ладно, перейду к делу, не буду забивать вам голову. Почитав на форуме, я понял, что чаще всего эта проблема возникает у владельцев видеоядра от Intel, то есть встроенного графического ядра. И, как правило, эта проблема не устраняется никакими способами. Сколько ни переустанавливай ни винду, ни драйвера, ничего не помогает. А проблема решается очень просто. Переходим в настройки, то есть иконка в левом углу экрана. Если вам что-либо видно вообще, находим здесь пункт настройки. Переходим в графику. И здесь нас интересует всего лишь один пункт. Это режим экрана. Выбираем оконные без рамки. Нажимаем применить и ОК. Если не помогло, то придется выбирать оконные. К сожалению, может кому-то будет неудобно, но таким образом проблема решается. Нажимаем сохранить, и в оконном режиме проблемы больше нет. Окей. Далее мы можем пользоваться игрой полноценно. Единственное, что может немножечко напрягать или являться неудобством, это оконная рамка. То есть получается та же рамка, которая вас преследует везде в операционной системе Windows. Но в принципе, если проблема больше никак не решается, то этот выход я считаю вполне нормальным, простым и беспроблемным. На этом все. Надеюсь, что этот короткий ролик многим поможет справиться со своей проблемой.